день, дорогие друзья. Вот начались очередные выходные, воскресенье, 29-е. Мы выдвигаемся опять на наше любимое озеро Чины. Поедем до среды, будем рыбачить. Очень много в связи с объявленными нерабочими днями президентом. Очень много рыбаков в самоизоляцию уехало на озеро Чины. Поэтому там народу еще много, будем искать места, где поменьше народу. Поедем, чтобы в толпу не садиться, куда-нибудь подальше, поглубже забуримся. Ну а рыбу посмотрим, как будет рыба, как что. За ту неделю, пока нас не было, снег очень сильно подъело. Прям с полей очень сильно снег посходил. Тут обещают 10-12 градусов в плюсе. Поэтому посмотрим, как что будет. Днем, наверное, будем на улице рыбачить. Ну, понятно, вечером, ночью в палатке. Поэтому расположимся, посмотрим. В среду утром планируем назад. Вот, пробили клин одного Покровки, только не в том месте, где всегда был через Новопокровку, а на проехать в сторону Кубина километра 3. Вот пробит клин, сейчас движемся по нему. По идее должны километров 60 срезать пути. Вот. Ну, клин для джипов проходимый. По замерзшему и для легковых можно пройти. Если днем раскиснет, конечно, только на джипе. Сейчас пошли на лед. Вот куча машин. Все в самоизоляцию от коронавируса. Приезжаем на лед. Вот такое состояние льда на данный момент. Первая ночь. Ведем бой с карасями. Вот, чуть-чуть пленных взяли. Маленьким с гифестиком в большой палатке, потому что на улице, ну, небольшой минус, тут 2, минус 3, наверное. Двое очень. А это он, потому что на тенте лежит. Можно. Там подмерзло все. Все лунки, он сумки не смог оторвать. Не бешеный клев, но так раз в 10 минут выдергиваем карася. Решили отобедать. А будем кушать макарошки удачи. Вот Сережа нам тут сейчас расскажет, что мы будем кушать. Макарошки удачи, индейку. Индейку. С овощами. С овощами. Она живая, по-моему. Ребрышки пожарим. На решеточке. Человек вызывает болгарчик. Карасук. С этой стороны. Для готовки. Решетка. Для готовки. Причем там есть место. А есть еще вот такое. Это, но это в комплект не входит. Это чисто для Юры. Это для Юры. Вот так. Для Юры, то да. И вот кочерга, да. Один. Вот и пиздец происходит. Ключей не хватает. Вот второй. Ничего не хватает. Рук не хватает. Один, второй, Все. Давай. Карасевирус. И у меня тут. Ого, как плавничок расправил. Рыбоприемник. Больно,
его приемник. С рыбоприемника выгнали. С рыбоприемника судак выгнал. С рыбоприемника. Последнего льда походу не будет. Да, на последний лед, похоже, как мы собирались, там 2-10 нас уже сюда не пустят. Сейчас передвижение даже по городу, по пропускам только. Завтра будем как-то прорываться, там посмотрим. Скорее всего, будем в этом сезоне с тобой прощаться, Чанушка, зимний. Дороги перекроют, мы на закрытие не попадем. На последний лед, скорее всего, это последняя зимняя рыбалка здесь. Началась наша 4-дневная рыбалка. Мы возвращаемся. Ребята там еще остались на денек. Сегодня четверг, мы едем назад. Снега практически уже нет. За эти 4 дня было солнечно. Где-то в районе плюс 10 градусов. Снег очень сильно подъело. Вода в кубетах стоит. Вот. Ну, что сказать, рыбалка удалась, да, Володя? Рыбалка удалась, все было, кроме окуня, все, весь видовой состав рыбы половили, поймали сколько хотели, погодка тоже благоволила нам, ни дождя, ни шторма, ничего такого не было. Вот. Ну, если вдруг дороги не закроют в связи с коронавирусом, то мы через неделю поедем закрывать лед. Повторим, но что-то пока большие сомнения у нас по поводу, что нас выпустят в другой регион. Но мы надеемся, надежда умирает последней. Поэтому, ребята, здоровья вам всем огромного. Держитесь, крепитесь. Ну и как всегда, тепла, уюта и комфорта.